Всем привет, с вами Фил, и я столкнулся с очередной проблемой нововведения PlayerUnknown's Battlegrounds. Речь идет о NVIDIA ShadowPlay Highlights. Для тех, кто не знает, это система для автоматической записи ярких моментов из игры. То есть вы просто играете, ни о чем не задумываетесь, а все ваши киллы, смерти и победы после матча лежат видеофрагментами в нужной папке. Согласитесь, очень удобно. Систему ввели буквально несколько дней назад, и лично у меня возникли проблемы с работоспособностью. Судя по комментариям под моим видео про введение этой системы, проблемы не у меня одного. Для начала давайте разберемся, в чем проблема. Лично у меня в настройках игры был недоступен выбор параметра видеозахвата. Как вы видите, он просто серый и некликабельный. Давайте разберемся с банальными решениями, чтобы в комментариях не было глупых вопросов. Во-первых, ваша видеокарта должна быть NVIDIA GeForce GTX не ниже 600 серии. Во-вторых, вы должны скачать самые последние драйвера для своей видеокарты. В-третьих, на компьютере должна быть обязательно установлена программа GeForce Experience с самой последней версии. Операционка должна быть не ниже 7-го Windows. Хотя последнее сообщение разработчиков было о том, что на 7-й винде система почему-то не работает, но они готовят исправление и по идее вскоре все должны починить. Лично у меня стоит Windows 8.1, на котором почему-то тоже не все так гладко, как хотелось бы. Единственное решение, которое я нашел, это отключение внутриигрового наложения. Отключаем, запускаем игру, и как видите, функция становится активной, и мы можем выбрать NVIDIA ShadowPlay Highlights. Но это еще не все. Теперь складываем игру и снова заходим в GeForce Experience, настройки и включаем игровое наложение обратно. Теперь заходим в матч, и в самом начале игра предложит включить вам запись ярких моментов. Нажимаем «Да», и по идее все должно работать. Кстати, еще может понадобиться включить в настройках конфиденциальности разрешение на запись рабочего стола. Но несмотря на все это, лично у меня работает не до конца, так как GeForce не понимает, где какие моменты. Единственное, как можно применять данную функцию, это сохранять яркие моменты вручную, нажимая сочетание клавиш Alt и F10. К примеру, вы убили парочку человек и хотите сохранить это на мувик. Жмете сочетание клавиш, и последние 5 минут игры у вас в папке. Если же 5 минут мало, заходите в настройки и можете поставить длительность момента на 20 минут, или наоборот уменьшить до 25 секунд. Как по мне, это довольно удобно, так как нет необходимости записывать все подряд и потом копаться в куче видеоматериала, чтобы найти нужный момент. Да и качество записи получается шикарным. И на этом все, надеюсь, ролик был вам полезен. Обязательно поставьте под видео лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать самые актуальные новости по игре PlayerUnknown's Battlegrounds. Если вы знаете, как решить проблему до конца, обязательно напишите об этом в комментариях. Всем желаю большой удачи, пока-пока!